Как тебе такая идея? Мы берем и больше никогда не снимаем тебе клипы. Ванечка, я тебе говорил уже, что мне эта идея не нравится. Я не Ванечка! И зачем вы меня вызвали среди ночи в эту цирюльню? Стричь тебя будем! Не надо! Филипп, отдерни меня за палец. Ребятушки, давайте все быстро отснимем и пойдем смотреть бой Хабиба и Тимати. Чё? Я не буду с ними лежать. Егорушка, прости нас, но голых мужиков мы не нашли. Окей, окей, окей. Иди, познакомь Филиппа с его партнершей. Вот. Не буду вам мешать. Бей татухи, забивай ноги, руки. Наколол себе, рекомендуй подруги. Егор Крид? Да. Ты выбрал Дашу. А я болел за Вику. Черт. Его опять убили. Это уже второй за год. Несите запасного Крида. Да блин! Добро пожаловать на бой Хабиба и Тимати! Для тех, кто не в курсе, я объясню. Эти двое поссорились в Инстаграме и теперь выясняют свои отношения в октагоне. Итак, бой начался. И бой закончился. Плачут небеса о любви и мечте. Yeah.